Я Купрейчик Ирина, я украинка, я родилась в Украине. У меня есть семья, трое детей, пока они маленькие еще, ну, бизнесом занимаюсь я одна. Мы выращиваем зерновые, пшеница, подсолнечник, кукуруза, соя, ячмень, горох. Сегодня хозяйство обрабатывает более 1500 гектаров земли. И есть примеры в регионе, как организовывать свою работу. На него равняются другие фермеры. Встаю я в 5:50 утра, а с 6 утра я по телефону начинаю давать какие-то указания по работе. Потом я приезжаю в офис, провожу там планерку, что мы делаем, а потом еду в хозяйство и уже занимаюсь хозяйственными делами. В нашем хозяйстве действительно сложный рельеф. У нас есть и ровные поля, есть с большим наклоном, и бугры. То есть как бы у нас такая местность, у нас лесополосы, то есть не ровные поля. Достаточно сложно для уборки. Да. Погодные условия, бывают дожди, град, сильные ветры, засуха. Мы работаем с классом уже 9 лет. Все комбайны, которые были в нашем хозяйстве, это были комбайны класс. У меня самый лучший агроном, у меня самые хорошие комбайнеры, трактористы. И каждый занимается своим делом. А моя задача только сделать, чтобы эта работа, ну, работала как часы, вот и все. У нас команда, то есть одним человеком решения не принимаются. Буквально вот месяц назад нам привезли новый комбайн. Мы буквально вчера убирали им ячмень, и мы были очень довольны работой этого комбайна. Я хочу сказать, что никаких сложностей с переходом на Трион у нас не было. Буквально на следующий день они сели и начали убирать. В сельском хозяйстве идет очень маленькие короткие сроки для уборки, и поэтому техника должна быть надежной, это самое главное. Она должна минимальная, чтобы были потери. И простота обслуживания. Это очень важно, три составляющих. И они все есть.